Всем привет, чуваки, подписчики моего канала. Сегодня мы поиграем в Brawl Stars. А в конце откроем сундучки. Это не такое большое, конечно, открытие. Ну, сойдет, блин, я же не донатер какой-нибудь. Ну, типа, вы поняли, как шампанов там 3 мегаящика или 4 за ролик может открыть. Ладно. Пойдем в одиночное, я уже давно за ворона не играл. Давайте пойдем. Сейчас посмотрим, как мы будем тащить или нет. Но ролик будет не такой уж и долгий. Тимица Шелли, конечно, сильное заявление. Так ты тимишься или нет, я уже не понимаю. О, это хороший момент. Это реально хороший момент. Да, Рил. Ну, почти. Еще бы постарался, и Шелли забрал бы. Блин, не попал. Ага, ага. Не подходи, блин. Я вас знаю, тимится, тимится, а потом уже бац, и тебя уже нету. Ух ты, это было опасно. Твою мать. Куда идти? Туда. Сейчас меня прижмет. Вот так и знал. Вот с ними только затемся, блин. Они найдут случай, когда тебя убить. Плюс 4. Я еще, может, накоплю? Подкоплю на еще один. Итак. Я. А как она попала? Я что-то не догнал, вы видели? Как будто контура не коснулась персонажа. Просто взяла, рядом пустила стрелу и попала как-то. И не знаю, если честно, как это. И чё это? Кстати, насчет монтажа. Оборотень Леон, да? Насчет монтажа. Я не знаю, я не всегда буду монтировать, потому что это много времени занимает. Где-то 2 часа может ролик монтироваться. 3 даже. Хотя я туда почти что ничего не вставил. Не вставляю, я хотел сказать. Только там пару вставок каких-то. И все, больше ничего. А так, оно так монтируется, что я не знаю. Как будто весь ролик я там монтаж сделал. Так. А, твою мать. Минус 2. Давайте еще раз. Вдруг повезет. Шелли. Опа. Ай-яй-яй, капец. Круто, я уклонился, конечно. Вы видели это? Это капец. Что за... Так. Семь бойцов. Уже 7-й буду. 6.
Мне этот яд нравится, то, что если он, ну, как бы я в него попал, яд действует, и я его вижу через кусты. Это классная фишка. И еще он не регенит здоровье. Вообще мне ворон нравится, такой классный чувак. Чувачок, опа, опа. А это вообще, за это просто лайк, да? Это круто! А вот это не круто. Я даже ничего не успел сделать. Прилетела динамит, блин. И все. Давайте еще раз, короче. Я хочу, может, накопить на 7-й бокс. Может, выйдет ты. Вдруг еще выйдет на него накопить. Опа, опа. 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 Дарил. Такое себе, конечно. Ты, кто там ходит? Пайпер? И кот. Кольт, конечно, классный скорострел. Кольт вообще как будто начальный персонаж, но он мне нравится такой. Классный. А, он награда на пути к славе. Ну, фактически начальный там. Сколько? Там немного на него кубков надо. А, твою мать, вы видели? Я бы банки собрал бы, и Шелли тупо бы, я не знаю, что делала. Спасалась как могла бы. Но нет. Так, сколько? 80 жетон. Блин, не хватает еще 4. Да, кстати, вступайте в мой клуб, в котором я сейчас нахожусь. Я перед тем, как мы откроем эти сундуки, вы там поставьте лайк, подпишитесь на канал, там колокольчик, все дела, комментарий какой-нибудь напишите. Ну а мы начинаем. Поехали. Блин, вы заметили, какая подлая фигня? На видео даже кристаллы не выпадают, ни билетики, ну билетики только 3 штуки и все. Вот на видео ничего не выпадает. 20, ну блин, меня это бесит. Кстати, сейчас посмотрим мои шансы на мифик, легендарку. На легусь 0,0757, на мифического 0. Неплохие такие шансы, слышите? Ну ладно, чуваки, на этом все. Всем удачи, всем пока!